Мы все любим яблоки. Кто-то красные, кто-то зеленые. Но все мы выбираем красивые, чистые яблоки для себя, для своей семьи, для своих детей. Идеальные. В течение 10 лет стабильно растет объем производства яблок. Только за последние 5 лет сбор яблок в промышленном секторе вырос на 20%. Одновременно повысились и требования к качеству яблок. 5 лет назад, да, и сейчас, то технология подхода, наверное, да, и количество обработок увеличилось в разы. Приходится добавлять обработок фунгицидных, потому что у нас очень большая влажность, идут дожди. Больше затрат получается на средства защиты растений и на удобрения. Основная болезнь у нас – это парша. До 15-16 года вообще сетевики вообще нас не знали. Чем дальше, тем намного сложнее будет. Надо качество делать. Ну, соответственно, если взять за 10-15 лет, то садоводство кардинально поменялось. Безусловно, поменялся подход к технологии выращивания. Сейчас больше акцент все-таки на качество яблок. С целью получения качественного товарного яблока современные производители яблок решают множество задач. Мы поинтересовались у садоводов из регионов лидеров по производству яблок, а что для производителей идеальное яблоко? Какие же требования в современном мире к яблокам? Поделитесь, а что для вас идеальное яблоко? Идеальное яблоко – качественное яблоко, которое дойдет до потребителя вот, в хорошем состоянии, которое будет лежать, храниться. Без поражений вредителями и болезнями, сбалансированное по питанию, что были выдержаны параметры, то есть по диаметру. Сейчас 70+, калибр обязательный, до 90. Пусть там калибр, мы можем как-то это все скоррелировать с сетями, а вот если яблоко будет у нас грязное, с какой-то болезнью, с вредителями, то здесь уже мы ничего не сделаем, яблоко уйдет, это в лучшем случае, на второй сорт. Запросы такие стали, что есть только вот чисто красивые, только идеальные яблоки. Конечно, химикаты другие, надо новые какие-то внедрить, надо идти новые со временем, как говорится. Ну, самое лучшее сейчас, которое существует, это 96 часов, которое работает. Я думаю, если препарат работает одну неделю, ну, 5 дней хотя бы, да, то препарат уже, получается, себя показал в лучшую сторону. Если препарат действует долго, то нам это выгодно. Мы сокращаем количество обработок. Даже чуть дороже, да, препараты. Если длительность периода больше, естественно, там для нас это лучше и выгоднее. Так какой же нужен фунгицид? Ну, в первую очередь, это дождеустойчивость. Второе – длительность действия препарата, ну и его эффективность. Инновационный фунгицид «Миравис» на основе технологии «Адапидин» – это кардинально новый уровень длительной защиты от широкого спектра грибных заболеваний. «Миравис» – мощное действие на патогены. «Миравис» – превосходная дождеустойчивость и фотостабильность. «Миравис» – длительное действие. Мощное действие обеспечивает получение качественного урожая и высокую рентабельность производства. С фунгицидом «Миравис» даже в самых сложных погодных условиях получить чистые яблоки легко.